Тимур, Марио! Давай, давай, давай! Раз, два, три! 안녕하세요, 여러분! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 오늘은 러시아 남편한테 김밥 만드는 방법을 알려주려고 합니다. Сегодня моя замечательная жена будет учить меня делать настоящий корейский кимбап. 네, 완전히 처음으로 지금 만들어... 아, 다시. 괜찮아, 말해주세요. 네. 완전히 처음으로. 처음으로 남편이 김밥을 만들어 보도록 할 거예요. Сегодня я буду первый раз сам делать кимбап. 네. 이 김밥을 만들기 위해서는 당연히 재료가 필요하겠죠. 어떤 재료를 준비했는지 보여주도록 하겠습니다. Сейчас мы вам покажем, какие ингредиенты нужны, чтобы сделать настоящий кимбап. 네. Ну. 먼저, 당근이 있고요. Морковь. 그리고 ой. Огурец. Кстати, огурец по-корейски это ой. 네. Это очень, очень ой, смешно. Ой, 네. 자, 그리고 계란. 2 яйца. 그리고 맛살. Крабовые палочки. 그리고 가장 중요한 단무지와 우엉인데요. О, господи, я не знаю, как это по-русски, но по-моему, 네, в России вот это не продают. 아이고, 정말 러시아 말로 지금 네, 갑자기 하고 싶어서요. 알았어. 네. Нет, ну это какая-то вот это редька, по-моему. Это 네. какая-то редька, но у неё какое-то там название 네. есть. И вот это, ну, короче, это специальные маринованные овощи, вот какие-то вот. Да, 네, но... можно положить или не положить. Да. Особенный ким, кимбап-ким입니다. Это, короче, вот мы из этого будем вот заворачивать вот все, будем вот в это. Это вот эти листики морской капусты, в которую заворачивают сам кимбап. 네. Дальше. 그리고 참치 김밥을 또 만들 거예요. 그래서 참치. Вот, кстати, можете сделать кимбап из тунца. 참치 김밥을 만들기 위해서는 마요네즈가 필요하고요. 아, да, если сделать кимбап из чамчи, то, о, господи, из чамчи. Если делать кимбап из тунца, то нужно использовать с майонез. Майонезом. Да. Потому что больше вкусно. Да, гораздо вкуснее будет. 아, 그리고 이거를 잘 김밥에 싸기 위해서는 이 깻잎이 필요해요. 특히 На что это похоже? То ли какой-то виноградный листик, то ли, но это не виноградный ну, листик. Ну вот это... такие листики, они Вот эти листики еще будут. И что еще? По-моему, все, да? Пабио. А, и, конечно рис. Же, сам рис. И, ну, конечно, самое 네. главное блюдо в кимбап – это рис. Потому 네. что кимбап – это ким. Это ким, ким а пап – это пап, рис. Получается, кимбап, а морская капуста – рис. 네. 자, 그러면 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 네, 시작하겠습니다. 또... Давайте, ребята, поехали делать. 네, поехали. 네, 저희 우선은 재료들을 다 준비를 했어요. Мы подготовили 자, сейчас ингредиенты все. 네, 깻잎도 씻었고. 아, помыли вот этот 깻잎. 네, 단무지랑 우엉도 꺼내놨습니다. Овощи эти достали, слили воду. 네, маринад. 그리고 여기 다 крабовые палочки. Ну, в общем, все подготовили. 네. Вот этот тунец вытащили из банки, все подготовили. 네, 참치도 준비되었고요. 네. 자, 그러면 이제 써는 방법을 어떤 모양으로 썰어야 되는지 남편한테 알려주도록 하겠습니다. Сейчас будет учить мужа, как надо правильно резать. 우선은 김밥은 yeah. 길어야 돼요. Uh-huh. Ага, 김밥 длинный надо. О, давай я прям 네. сразу, 할 да? 할 수 있어요? 할 수 있어, 할 수 있어. Сначала половину. Ага. 반 자르고요. 조심하세요. 이렇게? 뭐 하십니까? 기다려. 너무 느려요. 오늘 지금 애들이 나... Слушай, ну, да, знаешь, это что это такое? В этом даже есть плюс. Окей, 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 да, окей. Я все делаю медленно. Давайте, давайте. То есть не давай, быстро, давай, понятно, давай. Да? Поняли. О, молодец. Комаойо. Да. Некоторые люди делают вот такой размер, а некоторые вот такой. Да. Да. Я больше люблю, 저는 얇은 게 더 좋아요. Ну что, друзья, сейчас буду резать. Сейчас буду резать. О, 그리고 더 반으로 나눠주세요. 봐봐. еще пополам? Да. Отлично. Только? Да. Ой, ну конечно не совсем пополам получилось, но... 괜찮아요, да. ничего страшного. 네, 남편이 너무 느려서 제가 도와줘야 될 것 같아요. О, господи. Я помогу вам. Она сказала, что я буду делать долго, поэтому она будет мне помогать. Только осторожно, руки. А ты говоришь, не надо ножи точить. Потому что я очень часто сам режу. Смотри как, смотри, смотри. О, о-о-о. Это как? Вот это смека, Яробан. Чарисмира. Может быть, нам надо открывать кимбап-ресторан? Они.
Как ты думаешь? Это... Ну, 남편이 смотри. 지금 김밥 레스토랑을 식당을 열자고 하는데요. 이거는 너무 너무 모르는 소리입니다. 왜? 김밥 너무 힘들어요. 왜 힘들어? 아줌마들 김밥. 김밥. 김밥 하나 주세요. 2,500원. 갑자기 김밥 너무 먹고 싶어요. 맞아요? 맞아요. Смотри. Когда я была в России, я очень хотела кимбап, хочу кушать, но не продают, поэтому я суши кушала. Суши. Роллы. А, роллы, роллы. Да, роллы. Ну, не совсем то, кстати. Не Приду совсем то. Масса. А я очень популярна, такие видео, я. Поешь. Да, нам пали, хочу себе пали. Кайкупаю, нам прям. Айгесмида. Это не надо семена использовать, потому что здесь много воды. Кенчаная. О, смотри. Вау. Смотрите. Чона и кенчаная. Вот, и все. И я тебя не буду больше слушать, если ты мне говоришь. Я могу свой кимпап ресторан открывать. Хальсисе. Дальше крабовые палочки. И жонгдо кыгирэл хамен дэл гот катэйо. Надо такой размер резать. Кин масса를 판매하는데 저는 크레미를 좋아해서 크레미를 넣어요. Обычно для кимпапа используют такие длинные крабовые палочки специально для кимпапа, но вот кто-то любит такие маленькие, больше вкуснее, да? Да. Поэтому мы будем такие использовать. Да. Давай, сколько ложек да, надо? Она... Раз. Три, наверное, да? Давай, три. Мешай, пожалуйста. Три. Три. Ну, это маленькие, это супер маленькие ложечки. Да, сейчас я помешаю. О, мальчики-то. Давай, помешай. Как будто, знаешь, как будто маленькая кошечка ест, да? Окей, ладно. Ну, а сейчас самое главное, рис. Да, 이제 밥을 준비할 건데요. Да. 밥에다가 한국에 참기름이 있어요. А, в Корее есть, ну, не только в Корее, есть 네. кунжутное масло. Вот, вот 네. здесь у нас вот в такой маленькой баночке кунжутное масло находится. 네. Господи, оно так вкусно пахнет, понюхай. 네. Семена кунжута. Семена кунжута. О, нормально? 네, 밥이 많아서 조금 많이 넣어줄게요. Да, много риса, поэтому мы немножко побольше положим. О. Это мешать, да? 네. Хорошо, 비벼주세요. 제가 할까요? 잠시만요. Криго. Еще. 소금을 조금 넣어줄 거예요. Надо немножко посолить. Ребята, сейчас надо морковь жарить. Сейчас вот она что-то сказала, но вы не знаете. Да. Вот лучше вам не знать, что она сказала. 당근을 넣어라. 자, 남편 요리사 잘 돼가고 있나요? 아니요, 난 주부입니다. 왜요? 남편은 요리사. 와, 너무 잘하고 있습니다. 이거를 잘 얇게 썰어주세요. Сейчас нам надо будет нарезать тонко яичный блинчик. 네. Это что такое? 이건 이따가 쓸게요. Это потом? 네. А почему? А надо было нам сразу одеть, чтобы как... 왜냐면 괜찮아요. 뭐라고? То есть это руками можно трогать? А, ну, конечно, это можно трогать. Нет, нет, нет. Это же только мы будем есть. Ну, можно еще побыстрее, пожалуйста, вот видите, да, побыстрее. Ну, чончони, нам пьяни кераны сальку и стою. Сейчас будут шуточки за 300. Полегче. Если бы я все делал быстро, то мы бы не были счастливы. Нам пьяни... 천천히 하기 때문에 사랑이 생겼다고 말 무슨 말인지 잘 이해를 못하겠어요. Ну покажи, покажи. В общем. Но мы зарисуем. Просто, господи, как бог. Сейчас кимпап сапудрок хайсмида. Ну что, настало время заворачивать наш кимпап. Кимпап, 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 Тут есть, две стороны у кимпапа. Вот это вот гладкая сторона, а это такая шершавая сторона. Надо, короче, надо класть гладкой стороной вниз. Надо рис вот так вот шлепнуть. И чё кате вот такой? Ага, надо немножко нажимать. Тоненький делать. Сделать тонкий слой риса. Дальше. И 재료들을 하나씩 넣도록 하겠습니다. По одному ингредиенту. 네, 이거 한 개. Вот это вот штучка. 네. 그리고 우엉도 한 개. Вот это вот штучка. Ну вы можете обойтись без этого. 오이도 한 개.
огурчик. 어, 계란 한 두 줄 정도. Яйца. 한 개만 해도 되고요. 그리고 당근도 이렇게 길게 펴주도록 하겠습니다. морковочка, 원하는 만큼이요. морковочка. 맛살도 이렇게 길게. 크랍을 떨어지게. 몇 штучки. 깻잎을 넣어주세요. Вот эти листочки. Один или два? 두 개요. 이렇게 길게. 이렇게 두 개. 두 개. 이쪽으로 좀 넣을게요. 이렇게. 이쪽으로. 괜찮아요? 네. 그 다음에 여기 위에다가 참치를 좀 넣어줄 거예요. 여기다가. 아, прям на этот листок? 네. 오, ничего себе. 참치. 이렇게 길게 해주면 돼요. 길게. 오, отлично. Блин. 오. Как все это будет вкусно, я прямо в предвкушении. 저는 좀 싸기 쉽게 이렇게 반을 좀 넣, 이렇게 좀 접을게. 오, это надо вот так вот закрывать эти листочки, да? 이렇게 해도 모자 딱. давай закрываем, закрываем. 네, это классная идея, так закрывать. 자, 그 다음에 이거를 한꺼번에 이렇게 한꺼번에 이렇게 접어서 давай 눌러줘야 돼. 이렇게. надо нажимать. 아, 네. 이 밥을 말아요. давай, давай, давай. 네. Блин, у меня не клеится. О, у меня не клеится. 괜찮아요. 기름이 좀 많아. 괜찮아요. 자, 이렇게 되겠습니다. 짠짠짠짠. Давай попробуем. Давай. Вот так. Ну, мастер. Ну, мастер. Белиссимо. Очень вкусно. Ребята, 자, 여러분, спасибо, что посмотрели это видео. 네, 이 비디오를 봐주셔서 너무 감사드리고요. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. 만약에 마음에 드셨으면 좋아요를 해주시고요. И подпишитесь на канал. 네, 그리고 댓글을 남겨주시면 감사하겠습니다. 네. 그리고 구독도 잊지 말아주세요. 네, 이 колокольчик нажмите. 네, 종을 눌러주세요. 네, и пишите комментарии. Ребята, большое спасибо за просмотр. 네. Всем пока, всем удачи. 네, 감사합니다, 여러분. 안녕.